Золотой потир входит в группу литургических предметов, созданных повелением царицы Ирины Федоровны по случаю кончины ее супруга, царя Федора Иоанновича, 6 января 1598 года. Согласно чеканной надписи на поддоне потира, он был вложен в Архангельский собор Московского Кремля к царскому гробу. Помимо своей высочайшей мемориальной значимости, потир — это великолепное произведение ювелирного искусства, отражающее высочайший уровень кремлевских златокузнецов. На чаше потира размещены медальоны с трехфигурным деисусом на верхней части чаши и символы четырех евангелистов. Вся поверхность потира, как тончайшим кружевом, покрыта черневым узором ренессансного характера из переплетающихся стеблей, длинных изогнутых листьев и трилистников. Декор потира дополняют драгоценные камни в высоких чеканных кастах – изумруды, сапфиры и турмалины. Нижняя часть поддона потира выполнена уже в 1776 году, однако мастер XVIII века следует декору конца XVI столетия. В конце XVI века в придворных мастерских было создано три подобных потира. В 1597 году боярин Борис Федорович Годунов вложил потир в Троице-Сергиев монастырь. Другой потир был создан годом позже, в 1599 году. Дмитрий Иванович Годунов, дядя Бориса Годунова, вложил потир в Троицкий собор Костромского и Ипатьевского монастыря.